Здравствуйте, друзья. Спасибо, что вы сегодня со мной. И я бы хотела сейчас попробовать разобраться в себе, и вы вместе со мной, потому что наш сегодняшний герой, а он, по-моему, уже присоединяется к нам. Боже мой, как здорово! Сейчас почему-то помахать. Наш сегодняшний герой знает все про то, вот он, да, какой он молодец, дисциплинированный, как обрести гармонию, про то, как не бояться быть счастливыми, про то, как бороться со своими страхами. Вот это вот все. Здравствуйте. Сейчас я научу. Здравствуйте. Сейчас, секундочку. Помните, как? Зачем тебе такие большие уши, чтобы тебя не слышали? Я вас не слышу, а вот слышу. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена, здравствуйте. Александр Головченко. Это гипнотерапевт, мастер холистической терапии. Я правильно сказала? Совершенно. Ну, если в двух словах. Давайте познакомимся, расскажите немного о себе, что это такое холистическая терапия и как гипнотерапевт, что вы делаете? Гипнотерапия, холистическая терапия – это разновидность помощи, которую можно оказать человеку. Разновидность психологической поддержки, помощи в любых жизненных, простых и не очень ситуациях. Когда с помощью человека, который профессионально знает свое дело, умеет это делать, и может действительно найти проблему, причину и устранить ее таким образом, чтобы человеку от этого было хорошо. Сейчас, секундочку, прежде чем вы продолжите, я хочу спросить у наших слушателей, хорошо ли они все слышат, потому что у меня перебои со звуком. Друзья, напишите, вы нормально все слышите? Вот вам пишут плохой звук. Плохой звук. Александр, вот вам тут намекают, вытащите микрофон. Плохой звук. Александр, что ты? Так, лучше слышно? Да, микрофон. Значительно лучше. Вот у меня тоже был плохой звук. Звук. Хорошо, вот как много людей. Все, убрали микрофон. Сейчас, надеюсь, будет лучше звук. Ну, давайте попробуем. Так. Мне хорошо слышно. Вот вижу. Даже я вижу, что пишут. Хорошо. Хорошо. Александр, давайте продолжим. Гипнотерапевт. Вы вводите в состояние гипноза и потом работаете? Тут надо найти, наверное, начать издалека отвечать на этот вопрос, но я попробую кратко его ответить. Очень не у всех понимание, что такое гипноз. Поэтому скорее можно сказать так, что мне удается человеку помочь расслабиться и сконцентрироваться на лично своих ситуациях по жизни, при которых мы сможем добраться до источника проблем. Вот так бы обтекаемо сказал, да, потому что слово хорошо. Гипноз вызывает иногда разные ощущения. Да, да, смешанные чувства, хорошо. Да. А мастер холистической терапии, это что такое холистическая терапия? Это вот я опять так же отвечу, это помощь в помощи исцеления человека. Чтобы целостность была восприятие себя самого и целостность восприятия мира вокруг вас. Хорошо. Вот. Поняла. Давайте тогда ближе к делу. Давайте. Нас всех очень волнует вопрос, как научиться быть счастливой и как обрести внутреннюю гармонию. Вы этому можете научить? Научить скорее нет. Я могу показать, как этого можно достичь. Угу. Ответ на этот вопрос кроется глубоко в нашем детстве, когда в период от рождения до 9 лет формируется все, что человек, все его реакции, все его выводы о предстоящей жизни. И на основании тех событий, которые у него происходят в это время в жизни, он и дальше так же поступает. Нередко же мы говорим, что все мы родом из детства, потому что именно там находится проблема, с которой потом взрослый человек уже встречается. Пока идет взросление, период юности, молодости, энергия перекрывает все вот эти проблемы, и они не сразу видны.
А вот уже когда возникает зрелость, 35 и старше, 40 и старше, возникает вопрос, что что-то с моей жизнью не так. Вроде я получил образование, школа, там один институт, два, три, работал на хороших должностях, и человек задумывается, но здоровее я не стал, счастливее не стал, любовь там истинную не нашел, и, как правило, к этому периоду, там, к 40 годам уже есть сложности и в отношениях, и уже есть закостенелые представления о своей жизни, об отношениях. И вот с такой проблематикой человек обращается к мастеру и спрашивает, а как помочь, как мне стать счастливым? И вот тут через состояние расслабленности при его желании, причем пациент или клиент, как удобно можно его назвать, находится в полном осознанном состоянии, что он делает, что происходит. И когда, допустим, я иду с клиентом в его первые события негативные в жизни, он все понимает, осознанно делает. Какие, например, бывают негативные события в детстве, которые потом повлияют на твою жизнь там, в возрасте 40 или 50 лет? Вы знаете, распространенная сейчас ситуация, у меня клиенты практически каждый день, а то и по три клиента в день бывает, и очень много, особенно сейчас, вот издалека попробую ответить на этот вопрос, зайду, когда вот пандемия, и многим семьям пришлось находиться вместе. И это повлияло очень сильно на их дальнейшую жизнь и на ощущение их детей, как они видят, когда папа с мамой вместе, что происходит. Так. Слушайте, вот, опять со звуком, подождите, опять поправьте у вас со звуком. Так. Все, слышно так лучше? Да, так лучше, да. Так вот, прям пример из практики. Прям сейчас, так лучше слышно? Да. Угу. Прям пример из практики, который есть. Распространенное сейчас, это, допустим, когда женщина 35 и старше, не имеет счастливой семейной жизни. И когда мы начинаем искать первопричину, то находим в большинстве случаев, что в детстве, будучи девочкой 3-5 лет, она услышала от мамы либо от бабушки какие-то выражения либо слова, типа «не быть тебе счастливой». Эти слова могут брошены быть, ну знаете, мимолетно даже. Но ребенок настолько в этот период впитывает все состояние, что он уже забыл, эта девочка забыла об этом состоянии, об этих словах, но проходит время, и она понимает, одни отношения неудачные, вторые, третьи. И вот тут душа, а она есть у каждого из нас, она начинает спрашивать: родная, что-то не так в нашей жизни. Вроде бы и парни хорошие, но мы не можем выстроить отношения. Что-то нас мешает, сдерживает. И мы, когда находим первопричину, не сразу ее можно найти. Это убираем несколько слоев, потому что наш мозг, ну, скажем утрированно, мозг – это мышца. И она за эти годы не тренируется. Мы принимаем только то, что дается, и не занимаемся собой. И вот когда, предположим, эта девушка, женщина начинает вспоминать события одно негативное, второе, третье, и мы доходим до этого момента, и вот тут она просто понимает, Господи, ну такие слова, я поняла, что такое. Бабушка сказала маме, а я просто услышала, что мама, у тебя мужики все какие-то дрянные получаются. И вот это так глубоко у нее засело внутри, что проходят годы, и она понимает, так и у меня все мужики дрянные. И тут сейчас не берем хорошее, плохое, и ни в коем случае, проходя проработки, мы не обвиняем никого. Мы все делаем с любовью, потому что и мама, и папа, к сожалению, не знали, что делать с ребенком. Они не знали, как его воспитывать. И в большинстве случаев можно взять дату своего рождения и отсчитать 9 месяцев назад, и мы увидим, какой это был праздник. Вот просто ради интереса. Это на говорит, что вы намекаете? Это говорит о том, что в большинстве, к сожалению, мы появились не планированные, не подготовленные, и родители даже не знали. Вот все знали, надо иметь детей. И сейчас эта проблема возникает, надо иметь детей.
не надо иметь детей. Надо родить ребенка, которого вы готовы воспитать, и сделать его центром вселенной, чтобы он потом сам сделал свой выбор в этой жизни. Нередкий случай у меня, вот хороший вопрос, он очень обширный, Елена, и вот попробую его сейчас уложить в такие моменты. И вот многие ситуации приходят женщины, когда мама настаивала на том или ином вузе, ну, высшем учебном заведении. Мама настаивала на том или ином выборе будущего супруга. Мама прям подводила к этому, что вот такой выбор, но мама манипуляциями, опять же, без обвинений, подводила свою дочь к такому-то выбору, делая, что это ее выбор. Но когда проходят годы и все становится на свои места, эта девочка, уже будучи женщиной, понимает, что она-то, душа ее ей подсказывала, я не хочу этого партнера, я не хочу там учиться. И даже если вот этот период жизни, там 25-35 лет, был ну, достаточно прибыльный в деньгах, то к 40 годам все растеряно. К 40 годам все ушло, и возникает вопрос, а зачем так надо было делать? Ведь я же даже не попробовала сделать так, как я хочу. И вот тут возникает вот это внутреннее напряжение. Я делала, как хочет кто-то. Мама, общество, надо иметь детей, надо иметь семью. Ну, а я-то хотела рисовать, например. Вот очень, еще минутку прям позволите, если. Очень интересный случай, особенно сейчас с мужчинами. Они тоже начали заниматься своей психикой и психологическим здоровьем. И когда мужчина приходит, будучи бизнесменом, уже создавшим бизнесом, и говорит, а я не знаю, для чего я дальше живу. Ну, я все попробовал, и все. И мы находим ситуацию, а он хотел заниматься музыкой. Елена, он хотел заниматься музыкой, но было, ты че, мы же пацаны. Ты че бы... Это понятно. И многие с этим сталкиваются. Вопрос, ну что же теперь-то делать? Ну вот уже тебе 40. И уже все, тебя мама когда-то выкрутила руки, и вместо того, чтобы дать возможность быть рок-музыкантом, заставила идти на юридический. Ну все уже. Уже, ну в 40 лет поздно начинать быть рок-музыкантом. Но счастливым-то все равно хочется быть. Вот что вы можете предложить? Хороший вопрос. Рок-музыкантом можно и не стать звездой. Но заняться тем, к чему хотелось заниматься в детстве... Но надо семью содержать. Вот я, например, конечно, хотела так. выращивать цветочки, да? Угу. Но как я на это буду содержать семью? Или вышивать крестиком? Как я буду содержать семью на это? А вот где у вас страх вот этот, что не получится денег, что вышивая крестиком вы не заработаете столько, сколько занимаете сейчас? Разумеется. Здорово. И вот эту ситуацию мы находим, когда мы начинаем бояться себя и своей жизни. Да, крестиком. А почему вы думаете, что вы крестиком не заработаете столько, сколько заработаете, допустим, в повседневной деятельности? Что мешает вам начать вышивать крестиком в свободное от работы время? Уделить себе 20 минут в день. Я не говорю о том, что надо бросать работу и бежать заниматься там чем-то другим, о чем хотелось? Конечно, нет. К 40 годам уже сформированный человек, уже сформированное мировоззрение. Так вот, и моя задача в совместном труде найти ту крупицу, которая позволит даже в этом труде полюбить себя. Найти время для самого себя, чтобы понятно. Какое-то время уделить себе. Понятно. Слушайте, вот страхи – это очень большая часть нашей жизни. И вы утверждаете, что страх – это источник энергии. Почему вы это считаете? Это первый вопрос. И дальше, конечно же, будет вопрос, как бороться с этими страхами, там, одиночество, страхами быть обманутыми, страхами быть непонятыми и так далее. Вот страх. Mm-hmm. Почему это вы как-то о нем говорите с любовью? Да. На самом деле страх – это энергия. Когда мы чего-то боимся или переживаем за какой-то результат и делаем над собой свершение, сотворение, идем в этот страх, даже вы можете вспомнить из своей жизни, когда что-то переживали, когда вы, кстати, учились в американской тоже академии, когда занимались психологией,
Было же на первом этапе страшно, а вдруг что-то пойдет не так, а вдруг что-то изменится. Но этот не такой страх, это, с этим страхом можно бороться. Как бороться со страхом, ну, когда тебе уже 50+, страхом одиночества? Угу. А зачем с ним бороться, со страхом одиночества? А потому что с ним очень тяжело жить. Тяжело жить. Смотрите, когда мы начинаем, человек приходит и говорит: у меня страх, я боюсь остаться один в этой жизни. И мы начинаем искать, опять же, алгоритм, он один и тот же практически у всех, кто работает с сознанием, подсознанием и психологией человека. Мы возвращаемся и ищем, а почему этот страх возник? Из-за чего он возникает где-то в глубине? Вот сейчас произошли события, и я остаюсь один. И получается страшно. Вот а что? Никто не поможет. И вот тут, помните, нам в детстве все говорили, будет кому стаканчик с водой принести. Вот страх, что не будет этого человека. А этого сейчас не будет. Понимаете, это опять же очень глубоко, глубоко внутри уже несколько поколений у нас находится вот это переживание. А никто не принесет стаканчик с водой. А как же я? Все, так и умру один или одна, и ничего не будет. Да. Да. И вот мы очень тонко, очень филигранно возвращаем душе ощущение того, что мы в этом состоянии не то чтобы не нуждаемся в ком-то, а мы в этом состоянии возвращаем себе целостность самого себя. И когда вы... Вот я вот, извините, я, наверное, так. Глупая, но я вот не понимаю, сейчас у нас коронавирус. Так. И куча людей, которые одинокие, они просто... тупо боятся заболеть и остаться одним в квартире, что им там никто не вызовет скорую, не даст лекарства, не пойдет в аптеку, не поможет. Или, может быть, у него там дети все разъехались там по разным странам, или она развелась, или он развелся. Ну, вот так получается. И этот страх людей преследует. Вот как вы можете им сказать: да ладно, нормально. Елена, вот так и надо сказать. Понимаете, в чем самое такое кроется? Жизнь, она конечна. Сейчас немножко скажу, как философски, но мы все рано или поздно умрем. Кто-то раньше, кто-то позже. Никто не будет жить вечно. Слабое утешение. Слабое. Так вот, чтобы это утешение было сильным, мы находим у человека то, от чего его душа может петь. Опять же, может быть, пока он сидит дома, ему нравилось вышивать крестиком или ей. Ему нравилось рисовать картины. И вот через это состояние радости за самого себя, любви к самому себе, мы возвращаем его к жизни. И уже становится не так страшно. У меня есть мои рисунки, у меня есть мое вышивание. А то, что, ну, смерть, вот, опять же, страх смерти, на самом деле, это вы очень хороший, глубокий вопрос подняли. Он самый страшный страх из всех. Мы боимся не потери денег, мы боимся именно смерти. Вот представляете, абсурд. Каждый человек знает, что жизнь конечна, и при этом боится этого окончания. Это, помните, раньше была пословица: все хотят в рай, умирать никто не хочет. Вот она так и происходит, что мы знаем, что все конечно, однако при этом даже не делаем попытку ощутить эту жизнь. А ощутить жизнь можно в пандемии, когда через вашу душу найти то, что вам приятно делать, от чего вы получаете наслаждение в своей жизни. Понятно. У меня еще такой вопрос личный. Конечно. Сейчас объясню. Один раз я поехала с дочкой, с подругой в Одессу, там на соревнования, неважно. Это был чудесный, ну просто потрясающий. Вот первые 2-3 дня, ну первый день потрясающий, второй, и мы были такие счастливые, дочка маленькая была, ну просто вот счастье. Я помню это вот ощущение счастья, солнца, море, еда, ну все. Ночью я почувствовала, что у дочки поднялась температура под 40. Это был такой ужас. В общем, все закончилось хорошо. Но вот этот страх, вот когда я сбивала эту температуру, избить ее не могла, и в скорую мне сказали не звонить, потому что заберут в инфекционное отделение, и ты потом оттуда не... Потому что вы иностранцы, вы... Ну, в общем, это кошмар, летящий на крыльях ночи. Так. У меня остался страх,
и теперь я не радуюсь ничему. Вот когда что-то хорошее происходит, казалось бы, та-дам! Я себе говорю, ни в коем случае мы не радуемся, потому что мы знаем, после счастья будет такой кошмар, что лучше все ровненько. Вот что-то хорошее, хорошо, спасибо. Вот как вернуть себе это ощущение беззаботности счастья и избавиться от этого, я бы так назвала его, осторожного оптимизма. Да, что бы ни произошло, мы так осторожно реагируем. Но это же неправильно вот так жить все время. Вот представляете, даже вы сейчас говорите, что это неправильно так жить. А смотрите, сколько нас поколений назад всегда говорили, не смейся, ну, ограничивали. Даже детям говорили, не бегай, не прыгай, нечего смеяться, там, беду накликаешь. И вот это все уходит глубоко вниз. Что же более того, знаете, в чем разница между русскими и американцами? Когда американцы спрашивают, как у тебя дела, он говорит, fine, отлично. А там вообще ничего отличного, там вокруг все померли. Нашего спрашиваешь, как дела? Ну так, ну не очень. Ой, какой у тебя сын красивый. Да не такой уж и красивый. А дочка умненькая, да не такая же умненькая. Вот мне кажется, это из этой серии. Мы все время боимся сглазить, нет? А вот совершенно согласен с вами, Елена. И теперь посмотрите, не будем брать экономику, но как живут американцы, как живут наши, как живут японцы, которые, что бы ни было, у них все хорошо. Вот сейчас уже немножко к науке, все и ученые, все доказали уже, что ментальная составляющая рулит, ну вот так простым жаргонным языком. Когда человек настроен на результат, которого он действительно хочет получить, и этот результат экологичный для него, для окружающих, он приносит пользу, то это и происходит. Вот опять же, ну, очень глубокие темы вы затрагиваете, это здорово. Многое лежит в аспекте нашего образования, нашего обучения, так называемого. Ведь нас никого не учили быть счастливым, богатым, любимым, любящим и вообще жить, никого не учили. Мы заучивали определенные фразы, математику, физику, которая до нас была. И это было вот это вот среднее, сильное среднее образование, институтское в том числе. Однако человек, когда счастлив, когда он идет по своему пути, и когда он приносит, внимание к моему голосу, пользу хотя бы самому себе, искренне и честно, когда от него есть польза в мире, когда он что-то делает. Большие красивые слова, но они именно в душе откликаются. Когда есть польза от человека, соответственно, и Вселенная с ним начинает реагировать как с полезной единицей. Что от тебя есть польза, я даю тебе блага. Теперь касается наших и американцев. У меня тоже есть друзья в Америке и в Европе. И у них действительно, как бы плохо нам не показывали, у них все хорошо. И удивляешься, да как же так? А когда ситуацию начинаешь разбирать и смотришь, так у них вообще-то и в стране-то и получше люди живут. И где-то вот эта связь прослеживается, как они настроены на свою жизнь. Не так средненько, а именно, да у меня все хорошо. И вот это все хорошо они притягивают к себе. Закон притяжения, его никто не отменял, он всегда присутствует. То есть это надо себе говорить, у меня все хорошо, у меня получится, да? Вот здесь есть момент, это конечно. Терапия, да, самовнушение. Здесь есть момент. У кого-то, который говорит, у меня все хорошо, все получится, все получается. Вот прям видно среди знакомых. А кто-то часами проводит в аффирмациях, в медитациях, в прекрасном настроении, натягивает, и у него все хуже и хуже ситуация в жизни. И возникает вопрос, не работает? Ответ, работает. Но у того человека, у которого это все происходит, у него вот это благое его состояние, так назовем, ложится на те основы, когда он действительно и внутри себя чувствует так. А человек, который, вот у него, скажем, много негатива внутри в жизни произошло, и он это все пытается заполировать сверху, заполировать аффирмациями, медитациями. И это не работает, потому что основа, она все равно жидкая. Фундамент не встает в его жизни. И вот моя задача, мы погружаемся туда, вычищаем вот это все жидкое и ставим хороший, настоящий фундамент,
на основу которого уже человек аффирмациями, медитациями, позитивным мышлением выстраивает свою жизнь. Но тут есть один момент. Только труд, любовь и благодарность создает в человеке счастье. Труд над самим собой, любовь к жизни и благодарность за все, что с ним происходит в мире, в жизни везде. Вот когда вот таким подходом проходит через душу, через дух, через состояние, все остальное выравнивается по жизни. И вы уже начинаете создавать свою жизнь. Создавать свою жизнь вот именно со своим духом. Вы совершенно справедливо сказали, что нас не учат быть счастливыми. Не учат. А как? Вот есть такая таблетка счастья? Елена, они все мечтают много-много поколений. Такая, я бы так ответил, если позволите. Помните, было кино «Человек с бульвара Капуцинов»? Конечно. Замечательный фильм. И там, когда главный Миронов и актриса главная, они вот когда разговаривают, она говорит: «Джонни, я хочу монтаж». И он ей объясняет, что такое монтаж. Что сначала съемки происходят, все рождается, ну, люди влюбляются, потом женятся, потом 9 месяцев и рождается ребенок. А в кино вырезается здесь и здесь. И получается, поцеловались и ребенок. Это монтаж. И она ему говорит: хочу монтаж. Так вот это чудо. Понимаете? А вот между этим чудом лежит колоссальный труд над самим собой. И вот таблетка, она есть, когда человек сам берет ответственность за свою жизнь на себя. Звучит пафосно, но если не человек отвечает за свои действия, мысли, поступки, эмоции, то это за него делает все окружение. И потом у него возникает внутри как раз к 40 годам диссонанс. А почему в моей жизни вот так происходит? Да потому что ты передал управление своей жизнью на всех, кого угодно. И в итоге, когда ты не получил желаемого, нет, ты например, на них... Например, объясните, что объясняю. Значит, передал. Да-да-да. И в итоге, когда ты не получил желаемого, ты на всех обиделся. Так вот, обида – это как раз, когда ты за свою жизнь передал ответственность. Вот тебе есть какое-то решение? И ты нет, чтобы подумать, а надо мне это ли покупать? А надо ли мне туда вкладывать деньги? Мне это надо в душе? И он увидел, ну все же вкладывают, все же покупают, все же что-то делают, и я сделаю. Вот это и есть о том, что он ответственность за свою жизнь, за лично себя передал на общее мнение. А обида возникает, когда общее мнение не сработало, там акции рухнули, бизнес развалился, и человек говорит: ну я же думал по-другому. Почему? Вот и возникает обида на всех, что вот они все нехорошие, правители, директора, там кто угодно, но не я сам. А когда человек подходит к себе, причина во мне, все, что происходит, это моя причина. И внешнюю среду мы изменить, к сожалению, не можем. Мы не можем, чтобы солнце всходило там на западе, мы не можем отменить такие события внешние, но мы можем на них повлиять через себя, через свое к ним отношение. И как раз в совместном труде, кто приходит ко мне, мы возвращаем эти рычаги управления своей жизнью самому человеку. Вот так это происходит. Спасибо. Александр, вы обмолвились слово «обида». Это очень страшное слово. Скажите, как обида влияет на последующую жизнь человека? И как с ней бороться, особенно если это такие глубокие обиды, как обиды на родителей, обиды на детей, обиды на, там, я не знаю, мужа. Вот как проработать эту обиду? Или вообще-то обиду, можно сказать, слушай, забудь, это было 100 тысяч лет назад, чего ты паришься, уже все, проехали. Волшебные вот вопросы, обида и вина, вот эти две... сестры, можно так сказать, которые разъедают человека изнутри на протяжении всей его жизни. Так вот, обиду забыть практически невозможно. Она все равно рано или поздно где-то проявится. Контролировать ее также невозможно. Ее можно только проработать. Обида, она граничит с элементом прощения.
Так вот, сейчас, внимание, Елена, сейчас хочу раскрыть эту тему с вашего позволения. Кто может прощать? Как раз к теме обиды. Вот смотрите абсурдность. Нас приучили, такая тема скользкая, если позволите, мы потом с вами сделаем эфир, потому что там будет касаться очень больших масштабных процессов. Так вот, нас приучили, что надо уметь прощать. Действительно, надо уметь прощать. Действительно, надо открыть сердце и простить. Но вопрос, когда надо прощать? Кто может прощать? Представляете абсурдность ситуации, когда человека там оскорбили, обобрали, унизили, избили, и вот он из этого положения униженного, ему говорят, прости, прости. Как он может простить? Тут не то, что логика, душа говорит, да как я могу простить? Придумать себе, что ничего не было, что это не со мной произошло. И вот здесь возникает очень много психологических, психиатрических заболеваний, когда общество говорит, да прости, прости, отпусти ситуацию. А человек не может, внутри это сидит, и это никуда не деть. Так вот, да, мы ограничены рамками законов разных стран, и нельзя пойти отомстить вживую. Но некоторые психологические практики, техники, которыми владею я и многие другие мастера в современной вот этой нашей индустрии, могут человека завести в это состояние, вспомнить, в чем была именно обида, эмоционально вернуть вот этот сгусток, который заблокировался, и вот там как раз закрыта энергия, которая за страхом сидит. А что будет? И вот этот комок, его начать и проработать. Тогда происходит высвобождение энергии, и человек становится победителем. Победителем в этой ситуации. И прощать, как мы с вами знаем из любых источников, прощать имеет право победитель, царь, король, который помиловать может, простить. И вот как раз моя задача человека вывести в это состояние в ментального победителя. А сейчас тут я... вас спрашивают, вы это гипнозом делаете? Я это делаю. Я имею в виду с помощью гипноза. Есть много разных техник, которые позволяют быть полезными человеку. Я вот так отвечу на этот вопрос. И если позволите, договорю, потому что это очень интересная тема. И когда человек в ментальном своем состоянии становится победителем в этом процессе, в этой процессе обиды. В школе избили его ребята. И мы ментально возвращаем в эту ситуацию, наделяем человека колоссальными умениями, там, карате, там, кунг-фу и так далее. И он побеждает своих соперников. У него внутри становится тепло, приятно. Это произошло ментально, но мозг это воспринимает как «опа, выход найден». Мне нет необходимости блокировать в душе эту обиду. И вот эта обида высвобождается. Потом мы проверяем это состояние на любой жизненной ситуации. И внутри, а у меня нет обиды. Мне класс. Понимаете? И вот почему говорю, что... Сейчас, извините, я вас перебью. Просто в тему. Недавно я услышала замечательное выражение. Если у олигарха в детстве никогда не было самоката, то даже если сейчас у него 14 майбахов, 3 яхты и 4 самолета, у него все равно в детстве не было самоката. Да, да, понимаете? Но вы же не можете ему в детстве подарить самокат. Вы не можете исцелить его душу, потому что он все равно помнит эту обиду детскую. Елена, в том-то все весь и прелесть, что можем, понимаете, можем. Мы можем вернуть его в детство, подарить самокат и подарить ощущение от езды на самокате, что он толкается, он радуется, ветер бьет ему в грудь, он веселый, на него смотрят там родители и говорят, родной, да мы тебя любим, ты красавчик. И понимаете, вот эти ощущения высвободят эту обиду, и у него возникнут другие мысли. В конце концов, он купит самокатный завод и подарит самокаты детям, которым посчитает нужным. И через это вернет себе ту часть души, которая была заблокирована на обиду, что у него нет самоката.
Понимаете? И вот такие вещи, они перерождают человека. У меня есть клиенты, которым 56 и 60 лет. Причем несколько человек уже взрослых. Казалось бы, ну что там уже, там пенсия и там уже ничего не... И эти люди возвращаются к жизни через эмоции, высвобождая у себя резервы. Мне удается найти у человека ресурсы и резервы, которыми он всю жизнь не пользовался. Понимаете? Они просто у него лежат в загашнике, а он даже не знает, что у него это есть. И многие люди в этом возрасте уже, ну что там мне 65 лет, уже все там, доживу, да и на боковую. А когда понимают, ух ты, а я же еще могу так, на самокате покататься могу, на электросамокате могу покататься. И вот когда дедушка или бабушка едет на самокате, на электро, и он понимает, ух ты, так есть еще смысл пожить-то. И понимаете, все. И вот и через это мы потом мы этому дедушке рисуем дальше его мечту, а что он еще хочет? На ключевскую сопку сходить. Опа, значит, надо еще пожить. Значит, есть куда еще стремиться. И вот очень важно, когда мечта, цель, она становится дальше, дальше, и прибавляются ресурсы, и жизнь продолжается. Понимаете? Продолжается, понимаю, чтобы реализовать свою мечту. Скажите, пожалуйста, а как простить измену? Вы же не можете человеку ввести состояние, там, женщину, и сказать ей, а вот то, что ты увидела, как твой муж там с кем-то что-то, это тебе показалось? Нет, не показалось. Ну, что делать? Опять расскажу. У меня был случай, вот я его описывал на своем канале, женщина уже, ну, шла расставаться с жизнью, потому что там тяжелая ситуация. Жизнь, к сожалению, она бывает и такая, что ей 45 лет, муж нашел молодую женщину, и говорит, она мне готова родить, а ты не можешь. И вот ой, мне страшные это... слова. Да. Страшные а мне слова. Эта женщина говорит, так я же сделала 2 аборта, ты же сказала, что детей не хочешь, а они вместе 35 лет. Ужас. И вот для нее все, жизнь заканчивается. И вот, ну, случайности не случайны, да? И она говорит, я Facebook открыла, попрощаться, и нашла вашу фотографию. И думаю, дай позвоню. И вот я говорю, да не уже, ну, такого, как, по идее, не... А мы сидели с супругой, о, кто-то звонит в Facebook. Я отвечаю, она говорит, я вот иду расставаться, что посоветуете? Вот сейчас очень... Я говорю, ну, смотрите, надо сначала прочитать, как правильно расставаться с жизнью, что надо делать. И вот мы вот через смех все как-то вот вышли. Вы знаете, она, ну, в больнице работала на Украине. И я говорю, так попробуйте, пойдите по обмену опытом, все. Она говорит, ладно, говорит, сегодня не буду. Ну, там как-то, короче, там... История такая, много было слов. В итоге она пошла к главврачу, и ее по обмену опыта передали в Черногорию, в больницу, работу с, ну, вот с теми, кто с ковидниками, скажем так, ограниченными. И она там нашла свою любовь. Простила ли она измену? Скорее всего, она поняла, что этот опыт ей дан для того, чтобы найти в себе силы, позволяющие шагнуть в следующую свою реальность. И вот тут очень тонко. Женщины – это самая прекрасная часть нашего мира, самая тонкая, самая чувствительная. И вот здесь мы, мужчины, даже в большей степени подвержены всем этим влияниям. И вот женщине надо найти вот этот момент, который позволит ей продолжить жить дальше и не просто жить, а радоваться жизни. С помощью того, что мы уходим в гипнотерапию, ищем эту проблему. Проблема не в измене ей, понимаете? Проблема гораздо глубже находится. Мама, бабушка, дедушка. И одна из моих, так скажем, практик, которой я владею, это работа с родовыми энергиями. Расскажите, что это такое? У каждого из нас есть... родственники, есть родовые корни, есть пращуры. Я не буду говорить там, что их уже в живых нет, немножко по-другому. Они умерли. Умерли, смерть – это смена меры. Они же в нашей голове есть, мы же о них помним, значит, они здесь. На самом деле, хорошую тему вы затронули, мир наш настолько плотный, здесь не только мы присутствуем.
Здесь наши мысли о наших родственниках, о наших детях, о наших бабушках, прабабушках. И когда и у каждого в роду есть свои косяки. Нас смотрят люди, я как-то найду слова, обойду. Есть свои косяки. И вот когда мне удается клиента, пациента завести, познакомить его со старейшиной рода, мы находим проблемы в роду, которые связаны с душами, которые были абортированы, не смогли появиться в этом роду, хотя шли в этом роду для появления. Души, которые решили уйти из жизни по своей воле. И человек помогает этим душам трансформироваться. Соответственно, получает от своего рода подсказки, энергию, знания, силы. И это все приходит, ну вот как бы это ни звучало, это все приходит на ментальном уровне, на уровне чувств, на уровне ощущений, что мы не одни здесь. И есть родовая поддержка. И когда человек получает родовую поддержку, любая его цель становится реальной. Это прям есть такие техники, практики, позволяющие человеку начать жить, понимая, что за ним стоит его род. Слушайте, но это не научное, по-моему, какое-то... Елена, я бы так сказал. Взгляд. Я бы так сказал. Людям от этого польза, от этого помощь. Помните, я сейчас не вспомню, какие были фильмы, но когда когда у человека в роду были все рабы, он и будет рабом. Ладно, начинается. Да, тема такая прям, она... Вы знаете, в роду у Обамы были все рабы, а он стал президентом США. Правильно, совершенно правильно. Потому что... Вы говорите, что человек, у которого в роду были... У меня, между прочим, прадед был рабом, а я стал телеведущей. Причем прекрасным телеведущим. Я помню вашу передачу «Принцип домино» еще, и вот откуда я знал, что вы меня пригласите, и будет так здорово. Я сейчас говорю не о том, что я говорю, а именно сознание, что надо ни в коей мере не осуждать свой род, а именно поддержку получать, потому что все здесь сделано для того, кто живет. Вот мы с вами живы, и вот этот род, он помогает нам. Мы же помним бабушек, дедушек. Кстати, помните мультик, есть мексиканский шикарный мультик «Тайны Коко», где очень Нет. хорошо показано, как с душами обращаются в Мексике, что есть день поминовения, что они всей семьей собираются. Это единение, это поддержка всего, что есть в этой жизни. Ну, ладно, вот я смотрю, да. наши зрители тоже не во всем с вами согласны, поэтому вот когда мы уходим вот в эти тонкие материи, мы теряем зрителей. Хорошо. У нас не так много времени осталось. Расскажите про психосоматику и как вообще с этим бороться и на что это влияет. Вот на здоровье я намекаю. Психосоматика – это всегда было очень интересно, а сейчас очень популярное такое направление. И действительно, когда в нашей жизни происходит какое-то событие негативное, внезапное, и мы не можем его эмоционально высказать, выговорить, выпустить, оно уходит на телесный уровень. И возникают какие-то проблемы со временем. Неважно, там псориаз может быть, или другие заболевания, там печень, почки. Это именно эмоции. Понимаете, у нас тело и мы – это живые, это живое все. Это все живое. И вот установки, которые... то есть скажите, чем можно, самое страшное, вот чем можно заболеть, если у тебя там эмоции какие-то слишком сильные? Да всем можно заболеть, если эмоции вы не выпускаете, они вас держат. Если вы вот эту обиду в себе затаили, она в итоге найдет выход через телесное состояние. Поэтому и ударит по тому органу, которому, вот, допустим, человек боится, что у него не будет денег, у него будет болеть печень, ну, предположим, если это очень долго переживает, потому что печень – это ферменты переваривающие. И если нечего переваривать, она включается и работает вхлостую, потому что есть страх. Так вот, как раз и все вот эти проработки направлены, чтобы человек осознавал себя. Зачем ему думать негативно, когда он может
в себе изменить многие состояния. Поэтому болезнь может быть любая, но зачем она нужна? Зачем ее к себе человек привлекает? Причина во мне, вот подходить ко всей ситуации, причина во мне. Не кто-то же извне принес и посадил вам эту болезнь. Это причина во мне, значит, для чего-то это событие происходит. И все, что дается, на все есть силы это преодолеть. Надо их искать. Вот процесс может занимать время. Вот как раз о процессе, Александр. Вы можете определить, вот встретив человека, который говорит, что у него эта болезнь, та болезнь, там, я не знаю, как сахарный диабет или что-то еще, не дай бог, вы можете сказать, а это у тебя не потому, что ты много сахара съел, а потому, что ты затаил обиду вот за это, за то, еще вот с тех лет. Вот есть, вы можете вот четко сказать, что вот это я вижу, если мы снимем вот эту вот обиду, то болезнь уйдет. Есть очень много моментов, когда можно определить, чем человек болен по внешнему виду, по глазам и так далее. В проработке я действительно могу сказать, что такое заболевание возникло вот так. То, что мы проработаемся и оно уйдет, скорее нет. Потому что надо, вот смотрите, сахарный диабет очень распространенный. К примеру. Ну, это очень сейчас распространенная болезнь. И вот здесь она действительно может стать слабее, но она требует изменения образа жизни. Не получится так, что мы проработали, убрали эту обиду, а человек продолжает дальше, там, не знаю, ведрами есть мясо, пить алкоголь и там, вести такой образ жизни. Когда он меняет образ жизни, это ему и дано, чтобы он начал изменяться. Все, что в жизни дается, оно дается с любовью. И когда мы это начинаем осознавать, человек начинает изменять образ жизни, ему меньше надо инсулина, ему меньше надо продуктов, и он по-другому начинает ощущать этот мир. И, возможно, в какой-то момент он снизит вообще долю там инсулина, если она внешней, или там снизит Понятно. Таблетки. Ну хорошо, а что делать женщине, которая долгие годы живет в несчастливом браке? По разным причинам. Кто-то потому, что ради детей, кто-то потому, что уйти некуда, денег нет. Ну и неважно почему, там семья не одобрит. Но она постоянно в стрессе, эта женщина. Да, она всегда подавляет в себе вот этот негатив. И она живет с этим всю жизнь. Вот она тоже стоит в очереди на получение какой-то плохой болезни, как психосоматика. Не только она, но и, возможно, ее дети. Почему дети? Потому что они видят, они чувствуют, как мама страдает в этой ситуации. И все это, опять же, смотрите, мы заходим в ситуацию нахождения, где первопричина. Почему мама себя так не любит и боится уйти от этого брака, что даже позволяет, у меня есть такие практики, позволяет издеваться над собой, потому что некуда уйти. И вот из-за этого страха она загоняет себя в еще большее депрессивное состояние. А дети это чувствуют, видят, ощущают, и в итоге и они понимают, зачем мне вообще брак нужен? А зачем мне вообще нужны дети, чтобы я... И вот это возникает уже... То есть уже... она их программирует? Конечно. Конечно. И вот это, опять же, мы потом эти проблемы находим, убираем, что... Вот тот же самый венец безбрачия, который говорят, вот там, с детства. Это вот эти же и есть проблемы. Когда ребенок видит несчастливую маму, когда ребенок видит бухающего папу, пьющего отца... Или знаете, как в наше еще советское время, когда собирались большие столы с семьями, и родители пили и говорили, сынок, так нехорошо делать. Ну, сынок-то запомнит то, как это было, а не то, что папа сказал, потому что он-то почувствует. И вот эти все проблемки, они в итоге вырисовываются в депрессию, в состояние, а внешняя среда, она просто подталкивает. Оп, кризис, а еще и внутри все плохо. И возникает уже такое... депрессия. Вот давайте последние 10 минут у нас осталось, поговорим о депрессии. Что делать, как ее лечить? И это состояние души или это болезнь? У меня есть одна знакомая, она живет в Америке, очень состоятельная женщина, очень состоятельная. У нее муж ее обожает. Ну просто вот все хорошо. Единственная проблема, у нее болезнь депрессия. И она так страдает, время от времени она ложится в клинику, потом она на этих таблетках, когда на таблетках, она нормальная, когда нет, нет.
Ну, это, наверное, что-то у нее химический дисбаланс. Ну, вот как понять, когда это болезнь, а когда это просто плохое настроение или там что-то у тебя не получается? Ну, болезнь, если это регулярно и постоянно так проявляется. У меня есть такие клиенты, очень богатые люди в материальном плане, и у них депрессия. Ну, незачем дальше жить. Ну, все есть. Нет, незачем дальше жить. Ну как? Ну, ради любви люди живут, правильно? Как незачем? Давайте тогда вернемся к вашей. Ну, я хотел пример рассказать своей практике. Так вот, Вот где женщина, которая, ну, муж ее любит, все ей хорошо, а она себя любит. Вот все это исправляется, когда человек, убрав вот эти все мысли, формы, которые годами накапливались, начинает ощущать самого себя. Вот опять же, если когда даже мы найдем у нее эту ситуацию, что она любила вышивать крестиком в школе, и она начнет вышивать, заниматься тем, от чего ей приятно. Вот за все годы жизни найти то, она же когда-то была счастлива, она же от каких-то событий была, себя чувствовала прекрасно. Вот эти события находим причину вот этого счастья и ее раскрываем. Опять же, помогая человеку найти свои ресурсы, свои резервы. Внешне ей не поможет. Клиника хорошо, даже дорогая клиника, но ситуация, видите, не меняется. Она годами находится в этом состоянии. Поэтому, когда... А вы знаете, что есть люди, которым комфортно быть в состоянии, ну, я не хочу сказать депрессии, но в состоянии все плохо, потому что они настолько... долго пребывают в этой комфортной зоне, комфортной, потому что они знают, как в этом жить, что они даже не хотят выходить из этой зоны. Вот что делать с такими людьми? Такие люди уже получают наслаждение от того, что вокруг них все крутится мир. Опять же, причина во мне, а зачем им это надо? Значит, где-то была недолюбленность. Надо вернуть состояние любви к самому себе. Все вот эти внешние атрибуты, все внешние проблемы – это отражение того, что внутри человека. И когда человек поймет, что своими мыслями, эмоциями, поступками он влияет на внешний мир, то так оно, это все и меняется. Вы даже утром, когда человек выходит в хорошем настроении, у него весь день хороший. А когда выходит в плохом настроении, он и весь день... Это понятно. Это слушайте, простые слова. Да. Спрашивают, как жить с депрессивным человеком? А зачем это вы с ним живете? Нет, ну как? Ну а что, бросать человека из-за того, что он депрессивный? У него беда. Ну беда не в смысле, что кто-то умер, а вот это депрессия – это беда. Знаете, у меня отчим был депрессивный. И я, поскольку была молодая... Я вот не понимала, ну как, ну все так хорошо, но почему он постоянно в каком-то предобморочном состоянии? Мне мама говорила, ты не права, это болезнь. Я говорю, как, болезнь, когда температура, когда у тебя нога сломана, это болезнь. А когда ты здоровый мужик, и ты все время вот такой, это не болезнь, это уныние. Но вот это тяжело жить с такими людьми. Вот как, что вы посоветуете? Вот вы мне уже, так скажем, подсказали, что немножко ненаучно. Есть, с этим есть помощь, как этому правильно делать. Когда человек, как сейчас слова подобрать, Елена, так прям провокационные вопросы. Когда мы убираем все блоки внутри, то негативу не за что зацепиться. Но нашей жизни управляют мысли, формы, которые подвержены вот этому влиянию извне. Человек в постоянной депрессии находится, потому что он подсознательно хочет там находиться. Ему от этого комфортно. А вот почему у него изменилось в голове состояние между нормальной жизнью и депрессивным состоянием, почему он там выбрал? Право выбора, оно самое главное право у каждого. Он выбрал это состояние. Надо найти, где произошла развилка, и помочь ему выбрать другое состояние, в котором он будет экологичным для себя и тех, кто с ним рядом. То есть вы таблетки не советуете?
Таблетки я не советую. Я советую понять, зачем эти таблетки. Что вы хотите получить от этих таблеток? Таблетки uh-huh. бывают разные. Вот тут... Ага. Энерготерапевт помогает. Что такое энерготерапевт? Ну, который работает с энергиями. Мы же сгусток энергии. А энерготерапевт? Практики есть разные, которые позволяют при той или иной проблеме использовать разные техники, в том числе энергетические. В каждом из нас присутствуют все стихии. Это земля, вода, воздух, огонь и эфир. Опять же говорю простые слова. Елена, жизнь очень простая на самом деле. Это мы ее настолько усложняем своими представлениями о ней, основанные на внушенных нам состояниях, что в итоге жизнь уже говорит: да родной, тебе все дано, хочешь — пользуйся, не хочешь — иди отсюда вообще. Вот так оно все и происходит. И можно задать самый последний вопрос. Мы с подругами уже в том самом возрасте, когда говорим: ну ладно, мы пожили, но вот зато наши дети, мы вот живем ради детей, вот они вот родят внуков, и мы будем воспитывать этих внуков, и все будет здорово. Но я подозреваю, что мы очень оказываем плохую услугу своим детям и внукам, потому что мы перекладываем свое несчастье, потому что мы... А иначе мы же несчастливы, да? Мы будем счастливы только если все будет хорошо у детей и у внуков. И мы буквально навязываем, как моя подруга сказала: я перееду к своей дочке и буду нянчиться с детьми. А я говорю: а ты уверена? Да, она очень хочет. Как будто дочка может сказать: мам, я не хочу, да? Да. Я понимаю, что мы теперь вместо того, чтобы свои какие-то цели ставить, мы вдруг начинаем жить целями своих детей и внуков. Но это очень большой груз на наших детей, правильно? Правильно, Елена, правильно. Это перекладывание ответственности. Хочется, чтобы кто-то решал этот момент, и то, что у вас, как вам кажется, не получилось, переложили на детей, чтобы они делали то, что вам надо. А им-то это надо. И вот, вот это навязывание своей точки зрения, и нас приучили слушать родителей в этом моменте, что они будто бы старше, они будто бы знают, как лучше. Но в итоге они тоже не знают, как лучше, и ребенок начинает жить чужую жизнь. Да, но это, знаете, как я сама не стала чемпионкой мира по теннису, и я очень хотела, чтобы моя дочка стала. Я ее замучила, ей этот теннис вообще был никуда, а я на нее давила. Ну, хорошо, она там играла на своем уровне там как-то. А теперь я сижу и жду, когда внуки появятся, потому что я же собираюсь. Да из них-то я уж точно сделаю, ты у меня точно будешь стоять в Уимблдоне играть. И я понимаю, что я оказываю очень плохую услугу, потому что я родовую травму наношу сейчас всем им. Да? Елена, а вы сейчас ходите на теннисный корт? Да боже упаси, я закончила, как только поступила, закончила университет. Позвольте я вам подсказать, сходите на теннисный корт, возьмите ракетку, вспомните это состояние, хотя бы, ну, там, два раза, три раза по мячу ударить. Ощутите вот этот корт, это состояние, и у вас это реализуется, это же ваше желание. Вы хотите ваше желание увидеть в реализации своих детей и внуков. Сходите сами, и вы почувствуете. Вот потом, если позволите, я вам постучусь, скажете, что внутри произошло. Вы кайф поймаете от того, что вы сходили, опа, там ракеткой. Переоденьтесь в спортивную эту форму, пускай там эти ребята побегают с мячиками. С подругой сходите, поиграйте. Вы получите и потом наслаждение. Я приму участие в турнире ветеранов. И наконец-то я буду чемпионка среди столетних и уже оставлю свою дочку в покое. И это будет здорово. И это будет здорово. Спасибо вам огромное за замечательную беседу. Вот тут столько комплиментов вам накидали, друзья. Если вам было интересно, ставьте лайки под нашим эфиром, подписывайтесь и обязательно идите к Александру Головченко на его сайт. У него там столько интересного.
он вам расскажет, что такое одиночество, что такое депрессия, как вообще таблетку счастья, он нам сейчас не рассказал, но он знает все про таблетку счастья, и как жить в гармонии с собой. Александр, желаю вам всего самого доброго. Благодарю вас, Елена, за встречу, за приглашение. Спасибо вам огромное. С любовью и благодарностью. До свидания. Спасибо.